Кто перегородил дорогу? Барон поставил ограждение с разрешения принцессы. Кто это сделал? Я оставлял двух здоровых лошадей. Вы надо мной смеетесь. Я подам в суд, милорд. Ты хочешь жаловаться принцессе? Хочешь, чтобы твою жалобу рассмотрели? Позволь мне. Библия учит нас прощать врагов наших. Я молю, чтобы Господь никогда не простил меня так, как мы прощаем юного господина. Люди, которых ты ведешь убивать и грабить, они знают, что их ждет? Ты будешь мстить за маму? Нет. За лошадок? Нет. Михаэль Кальхаас. Ваше высочество. Если все будут отстаивать свою честь, как ты, в мире наступит хаос.